Снип, снап, снуре. Буре, базилюре. Снип, снап, снуре. Буре, базилюре. Снип, снап, снуре. Буре, базилюре. Разные люди бывают на свете. Да. Бывают кузнецы, повара, школьники, лекари, аптекари, актеры. А я вот сказочник. И все мы, и кузнецы, и повара, и аптекари, и лекари, и школьники, и учителя, и актеры, и сказочники, все мы работаем. Все мы люди нужные, необходимые, очень хорошие люди. И не только показывать. Я сам буду участвовать во всех приключениях. Как же это так? А очень просто. Моя сказка, я в ней хозяин. И самое интересное, что сочинил я только самое начало. Ну и кое-что еще из середины. Поэтому, чем закончится наше приключение, я и сам не знаю. Как же это так? А вот так. Что будет, то и будет. А вот когда мы доберемся до конца нашей истории, тогда мы будем знать больше, чем знаем теперь. Итак. Ага. Ну, вот и все. Снип, снап, снуре. Уре, базилюре! Герда, давай скорее сюда! Да-да, сюда! Смотри! Да! А смотри, как я умею прыгать! Оп, 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 оп! Что такое? Кажется, ступеньки скрипят. Погоди, погоди! Как весело они скрипят, когда соседка шла жаловаться, что я разбил снежком окно. Они скрипели совсем не так. Да уж, тогда они ворчали, как собаки. А теперь, когда идет наша бабушка. Ступеньки поскрипывают, как скрипочки. Ну, бабушка, шагай! Не надо ее торопить, Кать, ведь бабушка уже старенькая. Ничего. Невоспитанные дети, я вас спрашиваю, что это за бессмыслица? Отвечайте же, невоспитанные дети. Я вовсе не бабушка. Где? Где? Где розы? Вот они! А зачем они вам? Действительно, это живые розы, издают запах, свойственный этому растению. Б, обладают соответствующей окраской. И, наконец, Г, растут действительно живые розы. Гарри, я боюсь его. Кто это? И зачем он пришел к нам? Не бойся, я спрошу, кто вы, что вы от нас хотите, зачем вы сюда пришли? Воспитанные дети не задают вопросов старшим. Они ждут, пока старшие сами не зададут им вопрос. Кать, я спрошу. Будьте так добры, задайте нам вопрос. Не хотим ли мы узнать, кто вы такой? Вздор! Кать,
я даю тебе честное слово. Ты злой волшебник. Я тебе даю честное слово. Нет. Вот увидишь, сейчас он начнет летать по комнате. Или превратит тебя в козленка. Не дамся. Давай бежим. Стыдно. Апчхи! Это он только чихает. Не позволим. Стар. Не родимся. Стар. Дети. Дети у нас гости? Бабушка, бабушка, скорее сюда. Не выбегайте, не выбегайте. Я с мороза сейчас сниму пальто. Вот так вот. Ой, ну вот и я. Бабушка, смотри. Здравствуйте, хозяйка. Здравствуйте, господин. Коммерцисоветник. Долго же вы заставляете себя ждать, хозяйка? Ну, господин коммерцисоветник, мы же не знали, что вы к нам придете. Это не важно. Не оправдывайтесь. Вам повезло, хозяйка. Вы бедны. Присаживайтесь, господин советник, присаживайтесь. Кто это? Снежная королева, что ли? Нет. Кто советник? Ее помощник. Это не важно. Ну уж я-то во всяком случае присяду. Ох, набегалась я сегодня. Ой, но куст не продается. Вздор! Уверяю вас, эти розы все равно, что подарок, а подарки не продает. Вздор! Поверьте мне, наш друг-сказочник уж так ухаживал за этими цветами. Он и вскапывал их, и посыпал порошками. Вот он даже пел песенки кустов. Вздор! 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 Спросите у соседей, и вот после всех забот благодарный куст расцвел среди зимы. И этот куст продавать? Нет, нет. Какая вы хитрая старуха, хозяйка. Вы набиваете цену. Молодец. Так, так. Так, так. Так, так. Сколько? Куст не продается. Сколько стоят ваши розы? Ой, ну неужели же вы так любите цветы? Вот еще. Да я их терпеть не могу. Я не продам вам цветы. А вот и продадите. А вот и ни за что. Вздор! Ну, как же вы не понимаете, господин советник? Это необыкновенные розы. Они цветут среди зимы. За окном зима, а у нас лето. Ну, господин советник, эти розы – наша радость. Господин советник, есть вещи гораздо более сильные, чем деньги. Бунт. Бунт. Так ведь это же бунт. Сегодня вы скажете, что деньги ничего не стоят. Завтра вы скажете, что почтенные люди и богачи ничего не стоят. Вы решительно отказываетесь от денег? Да, эти розы не продаются ни за какие деньги. В таком случае вы сумасшедшая старуха, вот кто вы! А вы невоспитанный старик, Кай. Вот кто вы! Кай. Да я вас заморожу! А мы не дадимся! Увидим, это вам даром не пройдет. Бабушку все уважают, а вы на нее рычите, как нехороший человек. Ладно, я отомщу, скоро отомщу,
В, страшно так шуметь, я дойду до самой королевы. Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте, дети. Ну что такое? Вас огорчил коммерческий советник. Ну, не обращайте на него внимания. Ну что он может нам сделать? Ну, смотрите, смотрите. Смотрите, как розы весело кивают нам своими головками. А? Они хотят сказать, что все идет хорошо. Вы с нами, мы с вами, все мы вместе. Бабушка, дед, да он ушел, совсем ушел. Я, давайте забудем о нем. Он хотел унести наши розы, но мы не позволили. Какие вы молодцы, а? Какие вы молодцы. Ну что случилось, дети? Ну что такое? Ничего. Нет, нет, начали говорить, так продолжайте и говорите правду. Ну хорошо, да. Я скажу. Знаете что, мне все-таки немножко страшно. А вот оно что, тебе немножко страшно? Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Ну что ж делать? Кай, тебе тоже страшно? Да, но советник говорил, что дойдет до самой королевы. А какой это королеве, он говорит? А, я думаю о снежной королеве. Они ведь большой дружбы. Она поставляет ему лед. Бабушка, кто это стучит в окно? Не бойся, девочка, это снег. Метель разыгралась. Снег. Пусть эта королева только попробует сюда войти. Я посажу ее на горячую печь, и она сразу растает. Ага, молодец, мальчик, молодец. Ой, что это? Это я случайно погасил лампу. Я стучалась, но меня никто не слышал. Бабушка сказала, что это был снег. Нет, это я стучала, как раз тогда, когда у вас погас свет. Я напугала вас. Ну, вовсе ни капельки! Какой смелый мальчик. Добрый день, господа. Здравствуйте, госпожа. Можете называть меня баронесса. Баронесса. Добрый день, госпожа баронесса. Присаживайтесь, пожалуйста, госпожа баронесса. Благодарю. Не изволите чаю, госпожа баронесса. Что вы? Нет, он же горячий. Я пришла по делу. Я слышала, что у вас есть приемыш, чужой мальчик. Я не приемыш! Мальчик говорит правду, он не чужой. А мне говорили другое. Девочка, ваша внучка. А вот мальчик... Да, мальчик мне не внук. Но ему не было... И года, как умерли его родители. Что? Он остался совсем один. И ой, как моя собственная внучка. Как мои дети. Он такой же родной мне. Эти чувства делают вам честь. Но вы ведь уже старая. И можете умереть. Бабушка не старая. Она не может умереть. Молчать. Когда говорю я, все... должны умолкнуть. Понятно? Я забираю
мальчишку себе. Что? Я богата, детей у меня нет. Мальчик мне будет вместо сына. Вы возражать не будете, потому что это выгодно нам всем. Бабушка, бабушка, не отдавай его, бабушка! Ну, конечно, не отдам, Кай! Кай! Мальчик, подумай, не спеши. Ты будешь жить во дворце. Сотни слуг будут прислужить каждому твоему слову. Там... Но там не будет Герды, но там не будет бабушки. Ha 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 ha!